В Актау электричество для юридических лиц обходится дешевле. О понижении тарифа для данной категории заявили представители Актауского управления электросетей. В ходе специального брифинга для представителей СМИ было отмечено, что понижение составило с 3 тенге 16 тиинов до 2 тенге 50 тиинов. Это осуществляется согласно приказу номер 86 регионального департамента антимонопольного комитета. Помимо этого, специалисты заявили, что в областном центре заменено 5 километров электросетей. Модернизация продолжается в следующем году. Говорилось и о замене старых мачт уличного освещения и ламп, а также установке новых. Эти работы проведены в районе областной больницы, 4-х и 5-х микрорайонах. Количество составляет 10 единиц. Не остались без внимания и вопросы задолженности. Так, на сегодняшний день в списках должников 30 учреждений, сумма долга 13 миллионов тенге. С ними сейчас ведется работа по взысканию долгов. Также отмечено, что за 9 месяцев на электросетях не было фактов потери энергии. Мы распределяем по городу юрлицам и физлицам. Данные физлицами раньше было домовых ОДУПу подключены были магазины. Сейчас, в данное время у нас получают технические условия и отдельно от нашей трансформаторной подстанции уже запитывается и устанавливает АСКУ-счетчики.